Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. И знаете, сегодня хотелось бы процитировать Шекспира. All the world is stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their interests, and one man in his time plays many parts. Ну что ж, посмотрим, какие декорации подготовила нам матушка природа на этот раз. Так что поговорим о погоде на 24 мая в Архангельской области. Котлас плюс 26, облачно, ветер умеренный, возможен дождь. В Плесецке также облачная, температура воздуха плюс 26, сильный ветер без осадков на протяжении дня. Вельск плюс 27, ясное небо, ветер умеренный, осадков не ожидается. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром температура воздуха плюс 14 градусов. На небе облачно, небольшой дождь и ветер слабый. Днем воздух прогреется до плюс 24, малооблачно, возможен небольшой дождь. И вечером в нашем городе также малооблачно, ветер слабый и плюс 17 на термометре. Пусть ваша жизнь будет яркой. Синими, желтыми, красными, разрисую любовь свою красками, как история из прекрасного, ты читай меня. Увидимся на телеканале ПС.